В конце 15 столетия по приказанию великого князя Ивана III на Воробьевых горах был построен Воробьевский дворец. Огромный комплекс с рощей, конюшнями, псарнями, хлевами, погребами и многим-многим другим. А в дворец поставляли продукты и другие необходимые товары жители села Воробьево, которое находилось на смотровой площадке. Дворец станет летней резиденцией московских правителей, великих князей и русских царей. Здесь бывали такие известные правители, как Иван Грозный и Петр I. Он просуществует здесь до начала XIX века и будет уничтожен во время пожара Москвы в 1812 году, когда город будет захвачен французскими войсками Наполеона. А село продолжит свое существование и просуществует до середины XX века. Если быть точным, до 1956 года. После открытия здания Московского государственного университета в 1953 году ситуация была странная. Первые студенты, выходившие из вуза, попадали в самую настоящую деревню и пока шли к остановке, могли насладиться особенностями деревенской жизни. Ситуацию исправили только к 1956, когда село ликвидировали, и сейчас на его месте находится известная всем нам смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на столицу нашей Родины.